В воскресенье вечером ивановские оппозиционеры встречали гостей. В рамках автопробега «Белый поток» наш город посетил один из лидеров московского «Белого движения» – депутат Госдумы Илья Пономарев. «Белый поток» стартовал из Красноярска 27 августа. Финиширует в Москве 15 сентября. К запланированному митингу «Марш миллионов». В Иваново гости из Москвы прибыли поздно вечером. Но, несмотря на это, пообщаться с ними пришли около 30 местных оппозиционеров. Каждый из них смог задать вопрос Пономареву.